Карандаш в оттенке Milky Way многофункционален. Вы можете использовать его в качестве кремового хайлайтера, который имеет матовую фактуру и поэтому очень мягко подчеркивает зоны света. Осветляем карандашом контур губ для того, чтобы они смотрелись более объемно. Наносим на центр подбородка. Вы можете смешать немного светлого карандаша с тоном или консилером и похлопывающими движениями нанести в зону скул. Чтобы добавить выразительности в макияж глаз, наносим светлый оттенок во внутренний уголок и растушевываем кистью. Также белый каэл подойдет для слизистой. Аккуратно прочерчиваем линию по нижнему веку и слегка подтушевываем с помощью кисти бочонка. Частички карандаша могут остаться на ресницах, поэтому прочешите нижние ресницы щеткой или тушью для глаз. Для того, чтобы разнообразить свой макияж, попробуйте другие оттенки карандашей без Special. Набор карандашей каялов для глаз включает в себя самые актуальные оттенки для создания макияжа.